пилот Феррари Себастьян Феттель подчеркнул, что в первой гонке сезона 2018 Мерседес не использовал особого режима двигателя в квалификации, который давал им преимущество в прошлом сезоне. Мерседес не сделал ничего особенного в Австралии, не больше, чем в прошлом году, возможно, даже немного меньше, потому что можно было увидеть. Думаю, они включили особый режим двигателя в третьем сегменте квалификации, но это не дало им 0,7 секунды преимущества. Последний быстрый круг Льюиса в квалификации был единственным чистым кругом в его исполнении, и я не думаю, что преимущество, которое у него было, достигнуто благодаря силовой установке. Думаю, двигатель принес ему 10-ю на круге, может быть, чуть больше, его круг в квалификации, его собственное достижение, а не его мотора, приводит слова Феттеля Автоспорт.